сейчас нахожусь в очень странном месте. Здесь можно увидеть столики и людей, и мирно сидящих, и ожидающих чего-то. Вообще, это дичь, я на таком никогда не была. Это презентация нового аддона к всемирно известной онлайн-игре World of Warcraft. Приехали презентовать игру америкосы, ребята, которые ее создали, это дизайнер и композитор этой игры, и также приехали ребята из компании Blizzard, которые расскажут о дистрибьюции, о том, как эту игру апробировать, и новый этот аддон, как его купить, через какие серверы, PayPal, не PayPal. В общем, все это мы спросим, расспросим, а еще здесь миллион фанатов этой игры. Задротов, ботов, я не знаю, как их назвать. Я пойду и спрошу, как они живут, кроме World of Warcraft. Что такое аддон? Аддон, ну, Blizzard выпускают свою игру аддонами, так называемыми. Сегодня ночью включили катаклизм. Ну, скажем так, по сравнению с предыдущим, это, считай, новый мир. Как давно ты играешь? Ну, 2 года, около того. И сколько вот, если 24/7 вот смотреть по времени в сутки? Ну, около 3 часов в сутки. Це нова епоха Азероту. Світу, в якому живуть всі люди паралельно з реальним, які тут зібрались. А дівчина твоя, як вона реагує? А вона не знає. Тобі не соромно? Я більшу частину часу проводжу з нею, так що вона не жаліється. Сколько вам лет, если не... По 15. Вот 15 лет. Сколько времени из 24 часов ты играешь в эту игру? Вышеназванную игру? Когда начали, то могли сидеть там и до 18 часов. Да, сейчас уже школа, как бы, все серьезно, как бы, ну так, 4 часика в день. А девушки как реагируют? Не, ну я, конечно, никогда не менял. Вот лучше пойду погуляю с девушкой, чем в World of Warcraft. Вот София с Кириллом, вот они пришли вместе на презентацию нового аддона для World of Warcraft, и они играют вместе. А сколько ты играешь? Ну, я играю не так давно, я играю всего с февраля этого года. А он тебя подсадил? Да. И вот вы проводите много времени, играя? Ну, не сказал бы, иногда немножко вечерами, немножко выходные. Я пришел посмотреть на композитора. На композитора? Ну, я слушаю в основном саундтреки с игр, поэтому мне ты играешь, слушаешь треки с игры World of Warcraft? Да. Но не играешь? Не играю. Я увлекаюсь такой музыкой и написанием, поэтому пришел послушать. Знаете, за что я люблю свою работу на PlusX.tv? Ну, есть очень много факторов, но, наверное, самый главный – это апгрейд психологический и моральный. Вот сегодня я апгрейднулась нифигово, потому что я знаю, что такое аддон, я минимально углубилась в мир онлайн-игры World of Warcraft, пообщалась, попыталась открыть эту вот совсем не изученную, наверное, даже не книгу, а программу Мира Геймера. Зачем, почему и чем им наша реальность, которую мы можем видеть глазами и осязать хуже? Почему они играют там, в этом мире фэнтези, живут там, я бы сказала, потому что каждый играет не меньше часов 5 в день. Не буду много говорить, те, кто играет, поймут меня или поймут друг друга, а те, кто не играет, поймут меня. Вот так вот, это PlusX.tv.